Ну где вы еще видели такую интригу, как у нас, да? Все держим в тайне. Прежде чем мы объявим все результаты, я хочу вручить то, что мы еще не вручили до конца. Итак, два подарка лучшему юниору мальчику и лучшему юниору девочке. Это от питомника из Волчьих Врат. Два подарка, тоже от питомника из Волчьих Врат, лучшему парню и лучшей девице. Давайте, Александр. Саня, не укатит, бери. Мне. Кобель, на. Нам Кобелинову не надо. Два подарка для лучшего ветерана и для лучшей ветеранки тоже из Волчьих Врат. Но это еще не все. Потому что наш друг из Рязани, Андрей Ковлюков, просил вручить вот этот вот кубок самой старшей собаке сегодняшней выставки. 9 лет и 7 месяцев, тоже Санам Бертумор. Люда, я не знаю, как это принесли. А теперь мы благодарим всех участников. Большое спасибо, что вы приехали на эту выставку. И просим вас подождать окончательное решение уже за рингом. Совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Ну а как же иначе? Итак.